Последний раз звучит надежды и звонок прощания. И приближаются минуты расставания, и впереди смятение дорог. Но выбрав верный и единственный свой путь, и не свернув с него, минуя все преграды, через десятки лет вы будете вновь рады хоть на часок в родную школу заглянуть. Увидите учителей своих, свой класс, и станет на душе у вас светлей. И снова вспомните прощальный этот час, звонок последний и своих друзей. Право дать последний звонок предоставляется учащемуся 11 Б-класса Мирончику Александру и учащейся 1 А-класса Башко Яните. Thank you.